В январе-сентябре объем грузоперевалок через Бакинский порт вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 3,5 миллиона тонн. По данным закрытого акционерного общества, Бакинский международный морской торговый порт, основная часть, это более 87%, традиционно приходится на транзитные грузы. Больше всего за отчетный период вырос объем перевалки сухих грузов в 3,5 раза. Количество крупнотоннажных транспортных средств по сравнению с прошлым годом возросло на более чем 30%. Рост наблюдается и в перевалке контейнеров. Составил он 24%. Отметим, что по маршруту Баку-Актау-Баку за 9 месяцев текущего года было перевезено в 3 раза больше контейнеров, чем за аналогичный период прошлого года. А в направлении Баку-Туркменбаши-Баку за тот же период наблюдался рост перевалки контейнеров на 90%.